Неужели ты на самом деле в городе? В моих беспокойных снах я вижу этот город. Silent Hill. Ты обещал, что когда-нибудь снова возьмешь меня туда. Но ты так и не сделал этого. Что ж, теперь здесь я одна. В нашем особом месте. И жду тебя. Мне пришло письмо. На конверте было написано от Мэри. Это имя моей жены. Но это невероятно. Этого не может быть. Я все время об этом себе повторяю. 3 года назад Мэри умерла от этой проклятой болезни. Так зачем же я ищу ее? В нашем особом месте. Что она хотела этим сказать? Нашим местом был весь этот город. Неужели Мэри впрямь здесь? Неужели она может быть жива? Может ждать меня? Всем приятного просмотра, всех приветствую. Сегодня мы с вами поиграем в Silent Hill 2 ремейк. Если честно, не играл ни в одну часть этой игрушки. Фильм посмотрел. И то, по-моему, только одну часть. И все. Надеюсь, будет интересно. И мы с вами не заскучаем. Так, давайте подойдем. Что это у нас тут? Карта. Пробел приблизить. Хорошо. Угу, назад выйти. Окей. Нажмите М, чтобы открыть карту. Ясненько, у нас теперь на М будет карта. Так, ну что, пошлите в город. Я так понимаю, нам нужно будет куда-то влево, да, идти. В сторону кладбища. Вот сюда. Так, бежать можем? Да, бежать можем. Да, ребят, игрушка требовательная, мое железо не совсем его тянет, так что иногда, если будет немножко подлагивать, то сразу я таки извиняюсь. Не знаю, зачем было выпускать вот такую вот игру с такой вот графикой, ну ладно. Есть проекты и получше, и графика там получше, и оптимизация у них тоже хорошая. А есть графика, не знаю, там... 80-х годов. А оптимизация вообще ужасная. А что у нас по поводу оружия, фонарика, тап? Так, карта личная. Р, прочитать. Угу, понял, хорошо. Пока в инвентаре у нас ничего нету. Так, что это за звуки? Интересно, сейчас бабайка сразу на нас нападет или... Или мы немножко подождем за этим, а? Игра. Так, ты кто? Ага, это у нас сохранение, хорошо. Игра сохранена, escape, отлично. Ох, как будто в голове кто-то копается.
Так, ну судя по карте, нам сюда. Ранчо Сайлент Хилла. Дальше у нас будет. Прошу прощения. Ой, извините, я лишь... Это я должен просить прощения. Я не хотел вас напугать. Я немного заблудился. Заблудился? Да, мне нужно в Silent Hill. Я правильно иду? Да, правильно. В тумане плохо видно, но дорога тут всего лишь одна, не ошибетесь. Благодарю вас. Только... Лучше вам туда не ходить. Этот город, он нехорошее место. И не только из-за тумана. Там опасно? Возможно. Трудно объяснить, но... Я буду осторожен. Я не вру. Нет, я верю, просто для меня не имеет значения, опасно там или нет. Я все равно туда отправлюсь. Но зачем? Я ищу кое-кого. Очень близкого человека. Я тоже. Я ищу мамочку. Ну, то есть мамочку, я так давно ее не видела. Я думаю, что папа и брат где-то здесь, но их не могу найти. Извините, что я вам жалуюсь. Нет, ничего. Надеюсь, что вы найдете их. И вам удачи в поисках. Так, двигаемся дальше. Давай посмотрим. Угу. Значит, нам по прямой вот сюда. Так, что это? Река, да, я так понимаю. Значит, нам в эту сторону. Тут вроде бы где-то дорога есть, да. Вот мы нашли. Отлично. Давай, во. Так, давайте посмотрим. Мы сейчас с вами до ранчо, да? Будем подходить. Это что такое? Надеюсь, это просто ветер. Они похожи. Наверное, сейчас, как обычно, пугало живет, да? И за нами будет гнаться. Так, мы можем сюда пройти? Увы, нет. Потому что наш герой не может перелезть через забор. Ну да, это очень трудно. Прям максимально. Не знаю, стоит осмотреться везде, либо нет, или в начале игры нам никаких приколюк не положат сюда. Хотя, если честно, я не понял, почему мы не поехали на машине, а бросили машину непонятно где. Так... Мы, по-моему, остановились там, где смотровая площадка, но почему мы не поехали реально на тачке?
Так, нет предмета. Дай угадаю, нам нужно будет сейчас найти с вами ключ, да? А ключ, наверное, находится вот здесь, в этой комнатке. Не? Окей, давай читать. Я в городе разбираюсь с окном. Запасной ключ в ящике. Окей, спасибо. А в каком? В каком именно ящике? Так, значит, мне кажется, что где-то на территории, правильно я понимаю? Но явно он не будет этот ключ хранить. Ау, есть кто? Так, нажмите Е, чтобы перелезть. Хорошо, отлично. А, даже так, мы с вами внутрь проникли. Так, забрать. Так, пробел приблизить, повернуть. А как забрать ключ? Ага, просто выйти, да? Шикарно. Может, мы и тачку заберем как раз и поедем отсюда? Или ты хочешь по дождю бежать? Ладно, давай бежать по дождю. Кто я такой, чтобы тебе запретить? Ну? Шикарно, ребят, мы справились. Но пока миссия не страшна. Не знаю, когда начнется жесть. Наверное, когда мы в город, да, с вами придем. Так, дай угадаю, Аня. Я думал, опять нужно будет искать либо ключ, либо еще что-то. Залутать могу? Нет, залутать не могу. А что это за туман? Кто в курсе? Кто играл эту игру? Ну или вообще проходил Silent Hill вообще? И знаком. Что это за туман такой? В нем скрывается Ктулху. Так, вот микропролаги. Спасибо за оптимизацию, игруля. Так, тут два варианта. Ага, нет, один. Я думал, нам налево надо будет. Увы, но нет. Так, тут тоже все закрыто. Я думаю, даже нет смысла туда, да, идти. Так что пошлите дальше в туман. Следующая карта, предыдущая карта. Ага, мы новую карту, да, с вами нашли. Ну окей, давай двигаться дальше. Так, мы сюда и пройдем куда-то. А ну давай посмотрим. Да, по прямой пройдем. Но я так понимаю, нам в город и нужно сюда, так что давай идти. Но я по фильму помню, что город менялся в определенное время, только в какое, я не знаю. И оттуда начали выползать монстры. Интересно, когда здесь монстры появятся? Закрытым. Ага. На пробел, да? Мы можем толкать, хорошо. Здесь тоже закрыто. Это забор вокруг города построили, или что это было?
Так, а ну давай сверимся, тут закрыто, хорошо. Тогда бегим прямо. Так, ты кто? Что это? Я думаю, кто-то варенье разлил. Вишневое. А ты как думаешь, что это может быть? Кровушка, конечно. Эй, постойте. И тут то же самое. Куда он делся? А нам точно за ним нужно идти? Ты точно в этом уверен, что нам за ним нужно идти? Или может все-таки мы найдем себе другую жену? Что случилось с этим городом? Найдем себе другую жену и уедем отсюда. Ладно, судя по следам варенья, нам сюда. Бонжур. Донде стала библиотека? Ясненько, никто не подскажет. Эй! Слышь, а куда ты делся? Так, смотрите по сторонам. Поблизости могут быть отмечены белой тканью объекты. Это предметы или преграды, которые можно взаимодействовать. Хорошо, белой тканью предметы. Сюда? Ну да, ну да. Назад пути у нас нету. Нажмите Е, чтобы протиснуться. Что это? Сохранение, отлично. Давайте сохранимся. Шикарно. Рация? Или что это? Это диктофон. А, это радио. Чтобы вернуться. Все? Закончился? То же самое, что я видел в тумане. Не знаю, кто это, но это не человек. Возможно, когда-то и был ним. Так, ладно. У нас зато теперь есть палочка. Мы более-менее в безопасности с вами будем. Так, ты кто? Ага, шприц. Так, нажмите V, чтобы использовать шприц. А, мне не нужно. Нормально все. Сейчас будем крокодилом упарываться, да? Так, тихо. У нас тут пусто.
Сюда мы не пройдем. Хорошо. Ну, значит, в окно. Джей, иди ко мне. Я... Но ты меня... Джей. Нажмите, чтобы разбить стекло. Какое стекло? Давай разобьем. Все, легче стало. Пошлите дальше. Где же ты, Мэри? А ты так и не хочешь, да, в тачку сесть и поехать? Ладно. Согласен, давай пробежимся. Что может произойти? Кто это? Спички. Найден спичек-коробок. Так, нажмите M, чтобы открыть карту и ознакомиться с новой информацией. Хорошо. Если ты это читаешь, уезжай. Этот город не такой, каким кажется. Иногда достаточно лишь обернуться. Давай обернемся. Опа. А ну еще раз. Опа. Так, где мы с вами? Бар. Нам нужно в бар идти, да? А может, послушаемся совета? Как думаете, и уйдем отсюда? Чё ты там бушуешь? Скажи мне, пожалуйста. Что случилось? Или какой шустрый. Так, предлагаю сохраниться. Может, реально поломаем канон? Я возьму, сейчас пойду назад и все. Сяду в тачку, уеду отсюда. Как думаете? Ну не зря же записка написана была, правильно? Кровью. Что, чувак, подумай головой и не иди в город. Так, что у нас тут? Угу, по прямой и направо, по-моему, да? Вот сюда. А по прямой я не могу, потому что здесь забор, но зато могу сюда. Так, давай посмотрим. Тихо, тихо, тихонечко, ребят, тихонечко. Ага, ага. Здорово. А ты куда? Протки со мной играть вздумал, да, падла? Ля, ты крыса. Все, все, все. Засыпай. В. Использовать хорошо. Вот за что я говорил вначале, что возможно будут вот такие микропролаги. Но тут реально не могу ничего сделать. Игрушка чересчур прям требовательная. Супер чисто, супер быстро. Отстирают даже пятна из далекого прошлого. Мистер Пропер или что это? Так, я так понимаю, нам сюда и не надо было, да? Вот еще окошко есть. Вот еще окошко есть. Давай посмотрим. Так, в марте 65 года Silent Hill посетили члены ассоциации парапсихологов штата Мэн. После тщательного осмотра. Ага. Кому будет интересно, ребят, можете нажать на паузу и почитать. Так, а куда нам нужно? А если я пойду в эту сторону?
Да, и налево. Прямо и налево. О, здорово. Как оно? Нормально. Все, засыпай. Глазки закрывай. Ба-ё-бай. О, еще один. Ой, хорошо. И еще. И еще разочек. Я буду рад, если сейчас в баре открывает чувак дверь, такой: это пранк, мы тебя разыграли. Как тебе наши статисты в роли монстров? И я такой: нормально. Я такой, что завалил 15 живых людей. Так, куда мы идем? Ага, вот бар. Бар прямо здесь находится. Насколько я понял, вот это вот и есть бар. Да. Так, что это? Не знаю, что на него нашло. Он просто набросился на автомат. Пришлось выгнать, он убежал, кричал, что все починит. Я собрал все, что мог, но так и не нашел одну кнопку. Половина пластинки осталась внутри, вторая пропала. Видимо, этот с собой прихватил. Кстати, он побежал к Груви. Короче, может, сходишь его проведать? Мало ли что, он живет на Саул-стрит, около аптеки 9. Угу. Записка, нам нужно будет с вами... Все, тихо-тихо-тихо. С вами что-то найти, да? А я могу взаимодействовать? Могу. То есть мы сейчас с вами не сможем открыть дверь из-за того, что, да, мы пластинку не найдем. Да шо ж я... Угу. Ну да. Давай посмотрим, где она. То есть назад нужно возвращаться, да? Хорошо. Давай вернемся. Давай вернемся. Только погоди, посмотрю в эту сторону. Да, вот сюда. Я думаю, пока нету смысла обращать внимание на этих монстров. Так что просто побежали. Так, ага. Еще чуть-чуть. Блин, вообще ничего не вижу. Игра, можно все то же самое, только без тумана? О, здорово. Как она? Так, вы можете разбить окно, чтобы найти в полицейской машине, да? Это, наверное, я смогу сейчас что-то найти. Ёб твою... Ля, ты крыса. Стой, 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 стой. Все, все, все. Отдыхай. Ты гляди. Дядю Кусь хотел сделать, да? Укуси дядю хотел. Что это? Патрошки. Ага. Патроны для пистолета 2 штуки. Как много, спасибо. Могли дать бы один, бы и тот холостой. Так, нам сюда. Я так понимаю, где есть потрошки, там и пехоль должны быть. А я могу здесь окно разбить? Да? И что тут внутри? Ничего не то. Вот вижу пластинку. А внутри ничего. Где ты? Кто ты? Где? Ага, здорово. Ну все, 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 откисай, пожалуйста, откисай. Блин, не люблю такие камеры в играх. Вообще ничего не видно. Все, просто отдыхай.
Шикарно. Давай прочитаем. На днях приходил пьяный уборщик, весь в слезах. Принес половину пластинки, требовал, чтобы мы ее починили. И решил склеить, только чтобы он успокоился. Пошел к шкафчику за клеем, но тут он понял, что принес только одну половину и убежал. Из одной половины сделать ничего не получится. Как будешь в виниле, спроси у бармена, может, это их добро. Твори добро, бро. Ладно, бро, давай, давай смотреть. Мне нужно найти либо шкатулку, чи шкатулку, чи пластинку или ключ. Не, не могу. Тоже ничего не могу, хорошо. Так, шикарно. Клей. О, нюхнем. Под вечер, да? Взять, хорошо. Найдена часть виниловой пластинки. Я так понимаю, тут бессмысленно что-то дальше разбивать. А где же находится ключ? Мне кто-то может сказать? Все, 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 успокойся. Все выполнено, да? Назад. Техасское кафе, хорошо. Ладно, ну раз уже начали разбивать, то... Во. И еще одно, и все, честно. Обещаю, больше не буду. Здесь ничего нету. Блин, что же я вечно хочу? Вместо Ешки нажать этот... мышкой. Блин, ребят, ну тут ничего нету. Кроме пластинки тут ничего нету. Ладно, выходим. Я думал, хотя бы пехоль дадут какой-то. Что нам нужно? Прямо и налево, по-моему. Побежали. Так, ага, налево. Так, и налево. Надо не забывать машины лутать, в которых ничего нету. Кто ты? Уля? Так, ага, справа. Давайте сейчас заберем тут что-то. Возможно, будет. Не, ничего нету. Ну, зато слышу монстра где-то. Здорово. Как ты? Погоди, погоди, погоди. Стой, ну стой. Ну не уходи от дяди. Идите, какой шо на ушко скажу. Так, вообще ничего нету, да? Блин, я кайфую от этого звука. Просто кайфуля. Хочу 10-часовую себе версию. Я ломал стекло. Так, по идее здесь должен быть ключ от двери, где деньги лежат, да? Правильно я понимаю? Так, использовать. Подвинуть, аж отдвинуть. Угу. Жетон из бара. Тихо! Иди сюда. Падла. Ну да, забрал одну монеточку. И что теперь? Нападать на меня? Все? Мы здесь с вами выполнили задание? Да, выполнили. То есть возвращаться в бар, да, я так понимаю? Так, не туда нажал. Sorry. Ладно, побежали в бар. Я так понял, мы сейчас с вами
Возьмем эту монеточку и засунем. Надеюсь, не в себе, в туз. Куда мне эту монетку? Если мне ключ нужен был. Не знаю, если и предыдущие серии были такие же самые интересные, как и эта, то... В кавычках, конечно, интересная. То я даже не знаю. Как вам игра? Может, ну ее? Может, просто будет одна серия и все? Тем более оно подлагивает, вы сами видите. Это сильно сомневаюсь, что дальше будет интересней. Короче, смотрите сами. Если вы заходите смотреть вот в таком вот качестве и вас не смущает, то пишите без проблем. Попробуем пройти, если нет, то будете знать просто, что есть такая игра, и все. Так, давай еще. И последний. О, да, хорошо. Чисто кайфарики. Так, зайти. Наверное, вот сюда нам нужно вставить пластинку, да? Так, откройте инвентарь. Окей. Объединить. Так, дорогая. А, долгая дорога домой. Дорогая. Дорогая, я уменьшил детей, да? Так, что мне нужно? Мне нужно какую-то штуку, что-то куда-то. Ага. Все, отлично. Не? Не отлично. Ага. Еще нужно нажать? Нет предмета. Ага, мы кнопочку с вами не нашли, да? Правильно понимаю, вот эту вот. Где мне эту кнопочку искать? Так, музыкальный автомат. Мы с вами кнопку не нашли. Мы не сможем запустить сейчас автомат. Нужно было вот эту вот, да? А, наверное, когда заиграет автомат, у нас будет с вами и ключик. Насколько я понял. Ага. Тут тоже закрыто. А ты выбить дверь не можешь, не? Выбить ее. А я не знаю, где мне искать кнопку, если честно. А без кнопки, без... Ну, видите, да, второй. Мы не сможем с вами... проиграть. Так, ребят, давайте, наверное, на этом серию закончим. Не знаю, смотрите сами. Я бы такой бы... Вообще, наверное, не проходил бы, не знаю. Может, это просто начало игры. И может, из-за того, что оно подлагивает. Но мне игрушка что-то, наверное, не зашла. Больше. Больше не зашла, чем зашла. Я не знаю, где искать эту кнопку. Слышь, не подскажешь, где кнопку найти, не? Во-во-во. И оно еще подзависло. Ля, ты крыса. Просто кнопочку хотел узнать, где найти. А ты сразу пусть сделаешь, падла. Вот так вот. Разобью все стекла у вас в городе. Ясно? Так, давай смотреть. Если тут кнопочки не будет, то... То и...
Хер с ней. Так, что здесь? Ага, вон проход есть, видишь? Можно туда и пролезть. Блин, а у меня есть? А у меня лекарства нету. У меня, к сожалению, этого не лекарства нету. Так, прочитать. Хочешь что-нибудь вкусненького? Ага. Пельмешек можно. Ёб твою. Сколько вас здесь, а? Скажи, пожалуйста. Все, 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 тихонечко. Давай, полезли. Полезли, полезли. И я сюда залез, чтобы что? А, чтобы взять лекарство, да? Все, шикарно. Так, бонжур. Все, забили. Так, ладно, еще раз всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, и да, потом, в общем, решите сами, если да, то пишите, если нет, то пойду поищу что-нибудь другое. Так что все, всем мур-мур.